84% россиян чувствуют себя счастливыми. Всероссийский центр изучения общественного мнения рассчитал индекс счастья. Он показывает, насколько хорошо с эмоциональной точки зрения чувствуют себя жители страны. Несмотря на усталость от кризиса, россияне высоко оценивают личное благополучие. Наиболее оптимистична молодежь. Среди юношей и девушек до 25 лет счастливыми себя чувствуют 87% опрошенных. Среди пожилых людей эта цифра не достигает 80%. Согласно исследованию, залогом счастья россияне считают семью, детей и здоровье, свое и близких. Материальные проблемы омрачают жизнь лишь каждого 10-го опрошенного. А 5% россиян причиной своего несчастья назвали безработицу. Исследователи отмечают, высокий индекс счастья на фоне непростой экономической ситуации легко объясним. Ведь материальное положение не единственный фактор, определяющий настроение людей. Добавлю, что ВЦИОМ изучает эмоциональное самочувствие жителей страны не в первый раз. Этой весной количество счастливых россиян достигло исторического максимума – 85%. По итогам летнего исследования цифра снизилась лишь на 1%.